сейчас, внимание! Наша постоянная рубрика «Белый и пушистый шоу-биз». Ладно, серьезно, среди селебритис полно благороднейших людей, которые по первому зову сердца готовы сорваться и, сломя голову, лететь помогать нуждающимся как рублем, так и песней. Конечно же, я бросила все дела и поспешила сюда, чтобы подарить какую-то, ну, пару минут, может быть, праздника и увидеть ваши сияющие, здоровые, я надеюсь, улыбки. Вот, например, Алсу отказывается от помпезных мероприятий и новый альбом «Фея добрых снов» презентует не в каком-нибудь пафосном клубе, а в детской филатовской больнице. А все вырученные деньги от его продаж собирается потратить на закупку нового оборудования для клиники. Все средства пойдут на благотворительность, поэтому устраивать пышно и тратить много денег на какие-то организации, лучше эти деньги действительно отдать в помощь. Представляете реакцию ребятни, когда вместо полуденных уколов и таблеток врачи зовут живую Алсу послушать? Идите на концерт, на какой концерт, неизвестно вообще, нам говорят, там Алсу, какая Алсу, зачем Алсу, в больнице же все-таки, идите, мы вам понравится. Думали, что... Вот и собралась вся больница на сладкий голос певицы. Благотворительность, в первую очередь, и связанность с детьми, это, по-моему, замечательное дело. Вот так. Николай Дубинин, Диана Юзбекова, Андрей Скрипкин. Самые добрые про новости.